Книга «Открытым оком», том 21, вопрос 3411, тема «Объединение». Чьи мысли созвучны вашим по вопросу объединения Русской Православной Церкви за границей и Московской Патриархии среди прихожан приходов на территории России? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Всех знать не могу, но с одним могу ознакомить. Михаил Назаров был у нас здесь, и видно, что человек он добрый, душевный. Но вот по вопросу восстановления монархии мы не смогли даже потолковать. Мне эта идея абсолютно непонятна в смысле того, что если на то воля Божия. Цитата. Его высокопреосвященству митрополиту Лавру от члена московского прихода святых новомучеников российских М.В. Назарова. Ваше высокопреосвященство, позвольте отнять у вас еще несколько минут времени по вопросу в деле намеченного на май канонического единения Русской Православной Церкви за границей и Московского Патриархата. Это не будет простым повторением моих предыдущих писем, поскольку появилось новое, чрезвычайно важное обстоятельство. Позвольте напомнить вам, что я не противник диалога и сближения. Вы знаете, Владыка, что я изначально участвовал как историк в начавшемся диалоге Русской Православной Церкви за границей и Московской Патриархии на совместных конференциях в Венгрии и в Москве в 2001 и 2002 годах с целью способствовать объединению на основе истины, как было нам обещано архиерейским синодом Русской Православной Церкви за границей в послании от 29.6 по новому стилю 7.2001 года. Как-то опечатка. К сожалению, в ходе этого диалога наши представители Русской Православной Церкви за границей постепенно поддались политическому напору структур ОВЦС, МП и отказались отстаивать истину, решив за нас от имени нашей церкви объединяться с Московской Патриархией на ее условиях, цитата, «поскольку политику патриарха, какой он ни есть, поддерживает народ». Было сказано мне секретарем нашей переговорной комиссии. Но это не совсем так. Известно много коллективных заявлений прихожан и духовенства Московской Патриархии в защиту попираемой истины и с требованиями созыва Поместного Собора для рассмотрения накопившихся проблем. Например, последние два. Обращение к Поместному Собору и всем христианам Русской Православной Церкви 3 по новому стилю 26 октября 2006 года. Обращение к Патриарху и Архиереям РПЦМП от 28 сентября по новому стилю 11 октября 2006 года. С 1994 года я живу в России и тесно сотрудничаю с такими прихожанами МП, как единомышленниками, с их духовенством, их средствами информации, участвую в их православных мероприятиях, например, в рождественских чтениях. Смотри мое выступление в 2007 году. Именно чаяние этого русского народа я стремился отражать и как участник упомянутых конференций. Уже не раз обращался я лично к вам, Владыка, с просьбой учесть пожелания и аргументы
этой благочестивой части церковного народа в России относительно соединения РПЦЗ с МП. Суть этих пожеланий. Соединение должно быть направлено на поддержку тех, кто сопротивляется тайне беззакония, а не тех, кто потакает ей и гонит сопротивляющихся, как запретили в служении достойнейшего отца Павла Бурова. Направлял и коллективное обращение 700 прихожан Московской Патриархии к зарубежным архиереям специально по этому вопросу. К сожалению, никакого ответа этот благочестивый народ Московской Патриархии от вас не получил. И когда было объявлено ваше решение о предстоящем в мае объединении, вам было направлено из России немало посланий, но все они также остались без ответа. Не говорю уже о нас, вашей пастве приходов Русской Православной Церкви за границей в России, которые верили в ваше стояние в истине и не отделились в последние годы смуты, как это сделали некоторые наши собратья, не поверившие вам уже 3 года, уже тогда. После решения нашего синода РПЦЗ о предстоящем в мае подписании акта о вхождении в МП, мы, большинство верных ваших прихожан в Российской Федерации, живем словно в шизофрении. Мы видим всю духовную ложь этой предательской акции, не вами затеянной, владыка, и в то же время продолжаем вас вспоминать как нашего первоиерарха. Как и нашего епископа Евтихия, которого патриархия уже приняла к себе в сущем сане. Но мы смиренно все еще понимаем и его, поминаем и его, поскольку формально он все еще наш архипастырь, которого мы желаем, жалеем и молимся за него, за его прозрение и за ваше тоже. Кто-то из нас вспоминает вас в надежде, что в последний момент вы с Божьей помощью осознаете весь ужас совершаемого и, как апостол Петр трижды по минутной слабости, отрекшийся от Христа, все-таки опомнитесь и сохраните верность Ему. Кто-то из нас смиренно ждет, когда исполнится мера творящегося беззакония, и ждет с чувством, что делаешь, делай скорее. Иоанна 3:27. И тогда нам придется стараться сохранить верность не вам, а нашей ранее общей истине, которую вы обещали нам хранить. Нам придется уже без вас хранить верность истине, общей с государем-мучеником и нашими новомучениками российскими, с нашими подвижниками и святителями Иоанном Шанхайским, архиепископом Аверкием, митрополитом Филаретом, митрополитом Виталием и другими, отказываясь следовать за вами, уходящими от них, в чем вы подписываетесь в акте. И вот, не последний ли знак вам, посланный свыше по милости Божией? Сейчас в РПЦ МП произошло чрезвычайно важное событие. Его Преосвященство Диомид Дзюбан, епископ Анадырский и Чукотский, обратился к народу и к церкви с откровенным посланием о тех проблемах Московской Патриархии, которые требуют созыва поместного собора. Неужели вы, первоиерарх русского зарубежья,
которая всегда считала своим долгом помогать народу в России, откажетесь поддержать его требования, которые выражают чаяние подлинно церковного русского народа и которые не так давно отстаивала сама Русская Православная Церковь за границей? Неужели не могут архиереи Русской Православной Церкви за границей хотя бы сейчас и именно сейчас поставить условием соединения созыв Поместного Собора Русской Православной Церкви для обсуждения этих важнейших вопросов? Неужели вы не возвестите свой голос и не защитите этим мужественного архиерея от, несомненно, готовящихся против него карательных мер Синода Московской Патриархии? И спрашивая ваших молитв, раб Божий Михаил Назаров. 12 по новому стилю, 25 февраля 2007 год. Иезекииль, 34:10. Так говорит Господь Бог: вот я на пастырей, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти и самих себя, и исторгну овец моих из челюсти их, и не будут они пищей их. Иоанна 10:12. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. Она была исполнена печали, и между тем, как шумны и резвы, три отрока вокруг нее играли, ее уста задумчиво шептали: «Несчастные, зачем родились вы? Пойдете вы дорогою прямою, и вам судьбы своей не избежать. Не омрачай веселья их тоскою, не плачь над ними, мученица-мать, но говори им с молодости ранней: есть времена, есть целые века, в которые нет ничего желанней прекраснее тернового венка». 1868 год. Некрасов.